Всех приветствую на моем канале. Речь пойдет у нас с вами вот про этот вот поддерживающий ролик. В общем, буду я сейчас его снимать. После зимы он наверняка там все закисло, подшипники не работают. Все здесь надо будет прочистить, смазать. Решил я отказаться от стандартного ролика, от пластмассового. Нашел ему вот такую замену в газовском магазине. Это втулка, по-моему, рессорная. Точно не могу сказать. Могу сказать вам код 24-29-04-123 у нее. Но от газовской машины. Откуда, точно не помню. Все подходит. Идеально. Подшипники такие же подходят, как и стандартный ролик. Подшипник здесь 608Z. Найдете в любом тракторном магазине. Как оно работало раньше. Видите, как китайцы сделали. Никакой втулки, ничего здесь не было. Просто тупо вот так вот болтом прикручивали. И получается, видите, что параша какая-то. Отслужила она у меня 2 года. Еще бы сезон свободно бы отходила. Просто решил вам я показать, как я это все делал. И чего из этого получилось. В общем, смотрите. Сейчас все вам подробно объясню. Взял я вот такую вот трубу металлопластика на 16. Теперь болгаркой отпиливаю вровень со втулкой. Вот что получилось у меня. 22 миллиметра. Вот из этой трубки буду выпиливать 24 миллиметра. По миллиметру, чтобы торчало с каждой стороны. Диаметр этой трубки составляет 12 миллиметров. Теперь эту втулочку вставляем вовнутрь. Кстати, внутренний диаметр он чуть меньше, чем сама втулка. Поэтому все это дело залезет туда с трудом. Для этого я сейчас возьму напильник круглый и немного обдеру пластик. Здесь можно немного смочить водешечкой, чтобы скольжение было лучше. Подобрал гаечку в тисочке опять и немного осадим, протолкнем в ту сторону. Вот смотрите, как это все будет работать. Когда поставите на место, болт поставите. Здесь у нас будет, значит, вот так. И с той стороны точно так же. И получится, это все притянется. И видите, у нас получился зазор. То есть, когда все затянется, уже будет ходить вся эта конструкция на вот этом вот скользящем сайлентблоке, так мы его назовем. Промыл я подшипники, убрал крышку с одной стороны, все вычистил, вымыл. Сейчас забиваю смазкой, беру резиновую втулку, вставляю ее. В нее подшипник. Все, подшипник на месте. Дальше одеваю вот так вот
следующий этап. Вот такая втулочка у меня изготовлена была. Диаметр у нее такой же 12 из той же трубки. А длина 27 миллиметров. Одеваем ее сюда. Вытираем второй подшипник. И ставим его сюда на место. Дальше затягиваем болтик. Вот что в итоге у нас получилось. Можно устанавливать на мотоцикл. Но для начала я на нем сниму цепь, почищу ее, смажу и поставлю на место. Если бы были новые подшипники, оно бы крутилось легко и долго. Вот так вот я ее предварительно очистил. Вот такой вот щеткой. Длина цепочки 131 звено плюс замок. Получается 132. Раньше я заказывал цепочки китайские, пробовал. Надолго их не хватает. Эта цепь у меня от Минска. Но одной цепочки минсковской не хватает. Пришлось через замок соединять еще. Вот, обратите внимание, у меня замок один есть. И вот второй. Минсковская цепь ходит в разы лучше. Ниже вот перед вами Китай. Марку я, к сожалению, не помню. Вот видите, разница в чем. Вроде как она считается усиленная, но металл, честно вам скажу, говно. Минсковская лучше, хоть она и уже, но шаг у нее такой же, 428. Все попадает, все нормально. В перспективе я еще хочу попробовать переделать звезды под 520-ю цепь. И поставить туда уже цепочку от ижа. Она во много раз прочнее и крепче. Думаю, что оно стоит того. Нужно попробовать. Обязательно сниму по этому поводу видео. Замочил я ее в графитку на час. Вытащил, протер. Звезда эта отходила 1500 километров. Видите, у нее уже выработка на зубьях пошла. Задняя звезда тоже под замену. Смотрите, концы острые и выработка большая. То есть скоро будет новое видео, переход на 520 шаг под ижевскую цепь. Не забывайте, что замок ставится по ходу. Ну вот и все. До новых встреч на канале. С вами был Евгений.